Re, viss ēters ir te. Если страны-члены ЕС уже в этом месяце договорятся о выделении 750 миллиардов евро на восстановление европейской экономики, часть этих денег уже в этом году может быть доступна и Латвии. Об этом сегодня заявил заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис. В виде грантов Латвии могут быть доступны почти 3 миллиарда евро, еще более 1,5 миллиардов в виде займа. Премьер Кришинис Кариньш заявил, что Латвия поддерживает это предложение, но переговоры могут быть тяжелыми. Есть страны, которые считают, что если Европейская комиссия берет деньги взаймы, то и странам эти средства нужно давать взаймы, а не в виде грантов. Поэтому споры идут о пропорциях между займами и грантами. Важно достичь договоренности уже в этом месяце, и в этом случае часть средств будет доступна уже в этом году. Например, дополнительное финансирование фондов ЕС. Но, конечно, нужно, чтобы и Латвия могла эффективно использовать эти средства. Домбровскис призвал правительство своевременно разработать план, как эффективно эти средства использовать. Премьер Кришинис Кариньш заявил, что дискуссии об этом пройдут в августе. Но основой распределения средств должен стать план национального развития, который Сейм утвердил на прошлой неделе.